Ух ты, ребята, смотрите, где мы оказались. Это завод. Там, где делают из шариков злые квадратики квадратиков. Мы поменяли наш шарик, он у нас теперь вместо красненького стал желтеньким. Да. Тебе, Егорка, нравится желтенький цвет? И мне нравится. Смотри, какой он мрачный, этот завод. Ой, а что это такое? Это лазер? Да. Смотри, это какой-то лазер. Нужно быстро-быстро отсюда вот так вот убегать. Фу, пронесло, ребят. Давайте идем дальше, посмотрим, что у нас ждет впереди. Егор, смотри, это какой-то подвесной мост на цепи, да? Да. Прыгаем на него? Аккуратно. Раз. Ой, как он шатается, смотри. Да. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот, прыжочек, аккуратненько прыгаем на этих... Две? Два квадрата, да? Прыгаем на второй? Угу. Давай. Отлично. Твой, мы не Софья на верхе. Да. Собираем звездочки. Ой, смотри, что это сверху? Это лазер? Да. Как же ж нам его пройти? Как? Ага, вот здесь есть уголочек, где он нас не достанет. Вот так вот. Быстренько прячемся, прячемся и убегаем. Так, а где мы дальше оказались? Смотри. Ой, квадратик прямо на мосточке. Смотри, давай мы на него прыгнем вот так аккуратненько. Заберем звездочку, еще один. Вот так вот. Ой, шестеренки, смотри, все крутится, вертится. И, ребята, это явно тот завод, где делают из наших шариков квадратики. Смотри, еще какой-то лазер. Аккуратненько, бежим, бежим, отсюда бежим. Ой! Ребята, а как же ж нам пройти здесь, интересно? Мы попались. Давай подумаем, Егор, как нам здесь надо пройти? Не знаю. И я не знаю. Давай, ладушки, давайте побыстренько попробуем. Вот так, раз, два, три. Вот, мы быстро... Да! Да, самый последний момент. Смотри! Ой-ой-ой, мы чуть в пропасть не упали. Это конвейер какой-то. Ладушки, давайте быстренько прыгаем, собираем все звездочки. Ой, мы перепрыгнули. Ой, вот. Смотри, у него глаз красный. Да. Смотри, у него глаз красный. Да, потому... О, это робот? Да. Да ты что? Ой-ой-ой, а что он за нами побежал-то? Ты видел? Он нас хотел догнать и взорвать. Да. Это какой-то робот-камикадзе, ребята. Нам нужно быть аккуратнее с ними, потому что они за нами гонятся и взрываются. Он чуть нас не подорвал. Да. Да, чуть не взорвал нас. Ой, подожди, тут у нас какие-то прям весы. Так, попытаемся так перепрыгнуть. Ой, получилось. Ой, еще один квадратик. Прощай, квадратик, мы бежим дальше. Спасать своих друзей. Да, конвейер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он остановился, смотри, мы прям попались на него. Так, наверное, сейчас тоже. Оп, оп, остановился и сразу до нас бежит. Обман и маневр. Так. Еще один лазер, да? А как нам его обойти? Как? Там кнопка. Думаешь, там кнопка есть? Смотри. Да. Наверное, когда поднимается лазер вверх, направо. Вот так вот, смотри, мы можем быстренько здесь пройти. Смотри. Оп, вот так. Ага. Здесь тоже лазер. Нам нужно аккуратненько. Вот так, быстро, 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 быстро. И убегаем. Ого! Ой, мы не долетели. Ну что, ребята, еще раз пробуем? Вот, вот так у нас получилось. И он там взорвался. Так, а где же мы оказались дальше? Бежим по какому-то конвейеру. Так, аккуратненько собираем все звездочки, чекпоем. Ой, смотри, робот. Давай мы сейчас его взорвем, давай. Смотри, он за нами бежит, сейчас взорвется. Вот это круто. Ой, что это, кнопка какая-то? Давай проверим, что произойдет. О, лифт опустился. Смотри, как прикольно. Кнопочку опустили, лифт поднимается. Ой, смотри, тут их двое. А как же ж нам тут их пройти? Давай, наверное, сначала первого взорвем. Да, кто это? Нет. Вот смотри, сейчас взорвется первый. Ой, сразу второй взорвался. Ты видел? Ой, это пресс? Это босс.
Нет, это не босс, это пресс. Видишь, главное туда не попасть, потому что если мы туда попадем, то нас раздавит. Ну что, идем дальше аккуратно? Да. Идем. Так, раз, два, три. Быстренько, быстренько, быстренько. И не успели. Ребята, не успели. Еще раз пробуем. Так, взрываем опять этих роботов. Так, ну тут нужно немножко раньше прыгнуть. Вот так вот. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Есть, побежали. Мы с тобой справились. Еще один робот, да? Который взрывается. Привет. О, поздоровались, мы взорвались, ты видел? Да. Ну что, давайте осторожно, сейчас попытаемся не так близко возле него прыгнем. И убегаем, эй! Есть, убежали, ребята, я думал, сейчас он нас взорвет. А что происходит, если... Ага, смотри, мы нажимаем кнопочку, и у нас конвейер идет совсем в другую сторону. Вот так вот. Так, я понял. Нам нужно удерживать еще раз кнопочку. Для того, чтобы мы могли далеко перепрыгнуть, ребят. Давай, раз, два, три. И прыжок. Есть, отлично. Так, что у нас здесь? Здесь у нас еще какая-то кнопочка. Ага, лифт. Лифт сюда подвигается. Так, а как нам тогда на него попасть? Наверное, сюда. Быстренько, быстренько. И стой, лифт. Так, ладно, окей, еще раз пробуем, ребята. Лифт. Лифт движется сюда. Да, 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 да. Есть, успели. Фух, ребята, это очень тяжелый уровень. Здесь, в этом, на этом заводе, довольно-таки тяжело играть. Но очень интересно. Смотри, это пресс. Надо так рассчитать прыжок, чтобы мы не попались. Рассчитаем? Давай, прыжок. Быстренько. Есть, мы прошли. Ой-ой-ой, Лазарь, смотри. Вот и сколько. Да, я вижу. А как бы нам так пройти? Нам нужно рассчитать время. Вот. Раз, два, три. Идем тихонечко. Ничего. И прошли. Ребятки, если вам понравилось видео, подписывайся на канал, жми палец вверх. И пока-пока.